В преддверии парада Победы прокурор Гиагинского района Республики Адыгея Алексей Зобнин и начальник следственного отдела МВД России по Гиагинскому району Рустам Снахов вернули вдове ветерана Великой Отечественной войны Андрея Гавриловича Руденко Марии Ивановне Руденко ранее похищенную у нее награду ее супруга – орден Отечественной войны второй степени. Разрешите поздравить вас с наступающим праздником, 75-летием Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, по этому поводу вернуть вам часть похищенного у вас, изъятого непосредственно правоохранительными органами. К сожалению, не получилось все остальные медали изъять. Человек, который у вас их забрал, частично уничтожил их, но самые ценные, наверное, мы изъяли, у него нашли. Спасибо. Поэтому возвращаем в память деда. Ну, естественно, для внуков и для правнуков. Да. Чтобы хранили, помнили, ценили да, то, хранили, что есть. Хранили. Ну и вам, да, конечно, желаем долгих лет жизни. Все, крепкого здоровья. Да. Заставили, чтобы дожить, чтобы вы пригласили нас сюда потом. Ранее органам следствия по факту грабежа возбуждено уголовное дело по пунктам В.Г. части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, ранее судимый житель Краснодарского края повредил окно в доме Марии Ивановны и проник в ее дом. Злоумышленник потребовал у него сбережения, но получил отказ. Тогда он забрал 6 наградных медалей и орденов, принадлежащих ее супругу, и около 2000 рублей. Ударил старушку и скрылся. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Гиагинского района. Сотрудники полиции провели комплекс мер, направленных на задержание преступника, а также раскрытие указанного преступления. Судом в отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящий момент проводится мероприятие, которое направлено на отыскание остального похищенного имущества, чтобы вернуть его законному владельцу. Санкция, соответствующая статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 7 лет. Спасибо вам всем, что вот приехали до одного человека. Вроде такая я почетная, что вот столько до меня приехало людей. Встреча правоохранителей Марии Ивановны прошла в торжественной теплой обстановке, а ее гости выразили уверенность в том, что следующая встреча не за горами, поскольку будут предприняты все меры для поиска остальных похищенных наград.